Всем привет, дорогие друзья! Я к вам вернулась, по-прежнему еще охрипшая, осипшая, в странном месте необычном, потому что я же как бы в своей комнате стараюсь не выходить. Не, я уже стала выходить в дом, но я стараюсь особо не болтаться и не дышать вдоль своими, не выдыхать свои вирусы. Вот, но сидеть без дела я не могу, мне скучно, я и работаю, и вот решила видео записать. Значит, сегодня будет коротенькое видео, небольшое, с небольшими переодевалками. Все, давайте смотреть, я вам сейчас буду показывать, что на мне, и без всяких особых объяснений, объяснять особенно нечего. Я надеюсь, что здесь хороший звук, и мне хорошо слышно, потому что я нахожусь в своей ванной, и мне как бы, возможно, что здесь есть эхо, потому что здесь плитка, вот этот мрамор, так что... Вот, итак, первый комплект у меня состоит из юбки черной, вот такой вот с кривыми краями, купленной очень давно, которая мне стала в пору, потому что она не была очень велика. А сейчас я когда поправилась, несмотря на то, что я похудела во время болезни, но все еще я в хорошем таком весе, от которого мне надо избавляться. А она мне стала как раз, это она мне была велика сильно, и к ней я надела вот такую вязаную курточку деревенскую, такую, знаете, с... Люблю я такое, цветочки, вот всякая такая вязка. Это, конечно, фабричная, по-моему, Зара, я точно не помню. Ну, все их делали, Зара и Чене. Вот, она такая веселенькая, но в то же время, знаете, расцветочка такая не очень яркая. Поэтому мне кажется, что вот, ну, вот с черной юбкой вообще все хорошо. Что там с черной юбкой можно вот здесь все что угодно. И я вам хочу показать жакет, в котором я была в одном из своих видео. Меня про него очень много спрашивали, сейчас я вам покажу, ну, потому что я тогда видео не объясняла, что к чему, а сейчас примерю и покажу себе. У нас довольно жарко, поэтому я буду кратко. Я была в этом жакете, видео из КОС, по-моему, снимала, и меня спрашивали, что и откуда. Это старый жакет из H&M, очень давно я его покупала. И такая, знаете, жакет-курточка такой, он как бы... такой сделан плотной довольно ткани и отделан вот такой вот черной отделкой. Я вам хочу сказать, что в H&M можно купить очень хорошие вещи, но вы знаете, и он необыкновенно прекрасного качества, очень хороший, хорошо сделан, ну, синтетика, наверное, но я имею в виду, вот, знаете, вот пришить, прошить вот все вот эти вот штуки вот здесь вот, да, вот так вот аккуратненько, ровненько, это, знаете, то есть если делать двумя левыми руками, то это сразу будет видно. Вот вся эта окантовка, весь этот кант, он очень аккуратно, очень ровно, очень красиво сделан. И он имеет вот такой вот фасон, что он в принципе как халат. У него нет пуговиц, никакой застежки, он просто застегивается на пояс, завязывается, и вот так вот его нужно носить. Прекрасный цвет, прекрасная расцветка, которая может подойти абсолютно ко всему. Я про него, честно сказать, забыла. Он у меня долго лежал в каком-то дальнем углу моего шкафа, я про него забыла, потом периодически я, знаете, делаю копаюсь в шкафу и нахожу там очень интересные вещи. Ну вот этот жакет один из них, я его надела и решила в нем ходить. Следующий комплект – это платье и жакет. Я уверена, вы это платье нам не видели много раз. Ну, может, немного, но видели. Я вам его показывала. Это платье из H&M. Очень интересные расцветки. Мне оно так нравится. Знаете, у него при копеечной цене расцветка, в принципе, такая, знаете, как... Ну, вот что-то такое, как будто бы, знаете... Ну, не Версаче, конечно, но с намеком. И, значит, она, видите, в нем есть несколько цветов. Подобрала я жакет под цвет одного из цветов. Вот такой вот здесь есть розовато-бежевый цвет на платье. Я вот такой же нашла у себя жакет. Надела к нему пояс. Вот такой у меня есть пояс. Вы тоже его видели, наверное, в каком-то, наверное, из моих видео. Я его люблю, ношу часто. Это вот, знаете, из жгутов таких смотан такой вот пояс. Он просто сплетен из нескольких жгутов. Вот это не пряжка. Пряжка, он застегивается сзади на крючок, на самом деле. А это просто вот здесь вот приделана вот такая, типа как грубо пряжка. И вот какие-то еще металлические штуки здесь болтаются. Интересный, конечно, такой необычный. И, ну, конечно, хорошее впечатление производит.
Так, отошла вам показать в полный рост. Красивое сочетание, мне кажется, неплохо получилось. Именно вот за счет того, что не яркое платье, а разноцветное платье, но жакет однотонный, благородного такого цвета, и вот совпадает один из цветов на платье, поэтому получилось хорошо. Платье, это такое черно-белое платье, у меня, я его очень люблю. Почему? Потому что оно исключительно универсальное и по расцветке, и по фасону, и по ткани. Может быть, вы тоже меня в нем видели, наверное, в нем есть карманы, что очень важно. Оно, знаете, так сделано, что в него можно толстеть, худеть, и оно будет вам по-прежнему как раз. Я, по-моему, в нем пережила несколько размеров, поскольку я только и делаю, что толстею и худею. Вот. Но я вам хочу объяснить, как оно сделано. Значит, вот представляете, вот это вот платье, вот так вот оно сделано. Вот, ну, конечно, не 4-5 размеров вы в него, конечно, уже не влезете, или наоборот, оно будет очень велико. Но размер, я вас уверяю, что совершенно точно вы можете в нем как бы играть, регулировать, потому что вот сам вот этот вот фасон, вот такой вот, вот просто такой мешок, в который вшит вот здесь вот, видите, такой рулик. Правильно я говорю, рулик? Ну, в общем, вот такая вот пришита как бы место, куда протягивается пояс. Пояс вот так вот протягивается вот в эти вот шлевки. Потом он заматывается сзади. Потом он заматывается вперед. И вы можете регулировать его ширину абсолютно так, как вам хочется и удобно. Простите, у меня голос срывается. Вот. Супер платье. У меня есть их два. Одного фасона, но в разных расцветках. Вот такое есть. И есть разноцветное. Цветное такое в каких-то огурцах. В общем, китайских, японских, турецких. Не помню, как это называется точно. Турецкие огурцы, по-моему. Вот, и вот оно исключительно универсальное, и опять же очень удобно, потому что в нем можно и на работу, и куда-то выйти в нем можно. Вот на работу я в нем ходила и взяла сверху, надела пиджак, вернее жакет. Кстати, к нему бы подошел хорошо вот этот черно-белый мой из H&M, который я вам показывала в начале, тоже бы хорошо подошел к этому. Но я решила надеть вот такой вот жакет черный, с такими жемчужными пуговицами. Видите, такие смешные, круглые. Это не пуговицы, они на самом деле... Ну, в принципе, да, их можно использовать как пуговицы, да. Застегиваются. Вот. Вот такие вот пуговицы круглые, просто жемчужинки. Они прям такие, знаете, как кругленькие жемчужинки. Симпатично. Очень освежает, очень добавляет некого такого шарма, ему, я считаю. И... очень красиво вместе с этим платьем. Вот такая вот. Я еще тогда надела жемчужные бусы, жемчужные серьги и вот к этим вот жемчугам. И получилось очень симпатично. Платье довольно длинное, спереди оно короче, за это длиннее. Сейчас, кстати, покажу в полный рост. Вот так оно выглядит в полный рост. Вот такая длина, очень удобная. Видите, сзади оно довольно длинное, спереди короче. Но очень-очень удобно выглядит. И довольно-таки элегантное и... скромно, в то же время очень универсальный, так, ну, в общем, красиво. Люблю это платье, очень часто ношу, но типа... Девушки, еще одно мое любимое платье, одно из моих любимых, по-моему, я вам его еще не показывала. Видите, у меня что-то все такое на основе черного, простите, на основе черного цвета. Я, на самом деле, черный цвет не очень люблю. Ну, как бы я, ну, чисто черный, но вот черный с тем, как это на фоне черного какие-то цветочки, расцветка, да, у меня таких вещей много. И старые они, довольно давно я их ношу. И вот это вот платье, оно трикотажное, знаете, вот, как это вам показать? Ну, такая трикотажная ткань, как мальчик трикотажный, вот такой. И вот такой фасон. Удобен он тем, что у него, видите, как бы талия отрезана, но она не отрезана по талии. Вот у меня талия здесь, она отрезана вот здесь. И
расширение идет отсюда, не отсюда, вот, а отсюда. В результате чего оно как бы скрывает все, ну, какие-то лишние тут вещи, которые нужно скрыть. Хотя вот этот трикотаж, и он такой тягучий, но тем не менее он очень как-то так красиво лежит. Причем много-много лет, оно мне до сих пор как раз. Вот удивительно, вот такое вот платье. Ну и здесь сверху оно очень просто сделано, просто такое горлышко, здесь бантик. В общем, такое деловое, офисное, на работу. И такое вполне себе даже очень ничего. Вот такое вот платье. И к нему я надела, я в нем тоже ходила на работу недавно, и к нему я надела жакет, тоже за Chanel, кстати. Вы его у меня видели. Показывала вам его. Обожаю его очень. Прям нежно люблю и обожаю. Он абсолютно ко всему подходит. Вот он такого цвета, вроде бы голубой с белым, да? Такой серо-голубой с белым. Но нет вещи, которую я бы надела с ним, и он бы не подходил к этой вещи. То есть абсолютно к любому платью, абсолютно к любой юбке с кофтой, там, брюком, абсолютно джинсам, безусловно, потому что расцветка такая. Абсолютно все, что я ношу, все, что я надеваю, если я не знаю, какой мне сверху надеть жакет или что-то такое, я вот хватаю этот, и он всегда ко всему... Во-первых, он довольно красиво выглядит. Во-вторых, у него такой фасон хороший, что он... Видите, он не слишком длинный, не слишком широкий, при этом не маленький, не узенький. То есть вот с какими-то брюками, с джинсами он хорош тем, что он все вот здесь вот закрывает. Если какое-то платье немножко вот в обтяжечку, и оно вам где-то жмет, где-то вываливаются какие-то жирики, то вот так вот надеть сверху, чтобы прикрыть, или какая-то вот что-то без рукавов, что вы хотите, вот, чтобы у вас был рукав. В общем, классный жакет. Очень мне нравится. Я, по-моему, наконец-то научилась говорить слово жакет вместо слова пиджак, это мне очень критикует. Вот. Вот так. Вот такая вот офисная крыса. Библиотекарь. Практически. Практически библиотекарь. Следующий аутфит я здесь из-за брюк. Вы помните эти брюки? Я примеряла их в магазине Манго. Ну, не в магазине Манго, а в магазине, который продает одежду Манго. Вы помните их, сейчас я отойду, вы их точно вспомните. Я их покупала для того, чтобы... Ну, для чего, собственно, я их покупала. Я их примеряла в магазине, и мне они так понравились, что я их купила. Они были на сейле. $42 они стоили, это не много, в общем, но мне они очень понравились. У них очень интересный цвет, очень интересная расцветка такая. И очень они как бы хорошо сидят, и у них хорошая длина, хорошая ширина, и их, в общем, очень приятно, можно носить с очень многими вещами. И я вот их скомпоновала вот с такой вот тоненькой, видите, на шлейках тонкой майки и такой вот летнее хлопковое пальто, по-моему, из Massimo Dutti, не помню. И надела, наконец, какой-то кулон, надела какое-то украшение, а то я так все видела без этих. Ну, простите меня, я сегодня не совсем сама в себе. Все еще, да. Вот, может, здесь все такое белое, так я решила, надо что-то надеть. Вот такой вот у меня есть кулон из, не знаю, наверное, камень какой-то. Такой красивый. Синий-коричневый. Серо-синий-коричневый. Вот, давайте отойду подальше, вам покажу, как это выглядит вместе. Вот такой комплект, летний. Можно, в принципе, ну не на жару, потому что брюки синтетические, пальто это тоже довольно плотное, ну такое летнее пальто, но тем не менее пальто. Почему говорю? Потому что у нас сейчас жара, и я понимаю, что в таком вот на улице выйти в жару невозможно. Но, тем не менее, вот для не очень жаркого дня выглядит вполне симпатично, очень даже хорошо. Должна сказать, что с этими брюками, конечно, ничего такого разноцветного уже ничего носить невозможно. Ой, еще карман. Зачем я его еще? Я не знаю. Зачем? Не знаю. Значит, можно надеть любую вещь однотонную, практически любую. Ну, вот какую-то бежевую. Ну, очень хорошо, конечно, что-то в тон к тем цветам, которые здесь есть. Здесь есть сиреневый, зеленый, такой синий тил, это называется у нас, серый есть. Очень много цветов. Ну, вот я выбрала вот такой вот светло-бело-бежевый молочный тон, потому что он тоже есть здесь в этих брюках. Ну и, конечно, самый такой safe place, потому что это самая такая легкая, удобная компоновка. И опять же, можно с черными, но это будет брачно. А вот со светлой одеждой, с серым будет хорошо, с зеленым
очень спорно, потому что зеленый надо подобрать вот точно под цвет вот зеленого здесь, иначе это будет диссонанс. Ну вот такой вот комплект. Все, дорогие друзья, буду с вами прощаться. Взяла у меня немыслимых усилий снять это видео, потому что у нас несусветная жара. Сейчас пойду включу кондиционер, потому что у нас очень жарко, просто очень. И я вот эти все переодевания без кондиционера, жакеты, пальто теплые какие-то, эти платья, эти брюки. В общем, короче, большого героизма стоило мне все это, заслуживаю я медаль, но лайк, по крайней мере, от вас, это точно. Все, увидимся в следующем видео. Надеюсь, что в таком полноценном, нормальном. Хотя это тоже, по-моему, получилось ничего, да? Я надеюсь. Все, люблю, целую. Увидимся скоро. С вами была ваша Дита из Канады. Пока-пока-пока.